Привет, ты снова на канале IT User Help. В этом видео ты узнаешь, как на смартфоне с операционной системой Android сделать так, чтобы в случае, если кто-то пытается подобрать пин-код от твоего смартфона, чтобы у тебя была фотография этих людей или этого человека. И чтобы сделать это, нам нужно перейти Play Market на нашем смартфоне и в поиске вбить английскими символами Third Eye. Вводим, нажимаем поиск, и первое приложение, обратите внимание, нам нужно именно приложение с такой иконкой от производителя MirageStacks. Нажимаем его, устанавливаем. Обрати внимание, 4.1 рейтинг и более 1 миллиона скачиваний. Приложению, в принципе, можно доверять. Далее нажимаем «Открыть» после того, как наше приложение установлено. И вкратце расскажу о настройках. Здесь описывается, что приложение делает. То есть, если кто-нибудь вводит на вашем смартфоне неправильно пароль, фронтальная камера делает фотографию в этот момент. И после того, как ты разблокируешь правильным пин-кодом, можно установить уведомление, что кто-то пытался получить доступ к смартфону. И далее нам нужно разрешить к камере, предоставить разрешение приложению и к файлам, к записи файлов. Готово. Вот, то есть если кто-то во время того, как смартфон был заблокирован, введет неправильно пин-код, то после того, как ты разблокируешь смартфон, сразу увидишь уведомление о том, что кто-то пытался получить доступ. И также будет указано время, в какое время это было произведено. Далее нужно еще одно разрешение предоставить. И далее мы перешли уже, после того, как посмотрели превью приложения, которое рассказывает, что оно делает. Далее мы предоставили некоторые разрешения к этому приложению. И в последнюю очередь мы перешли в настройку этого приложения. И далее мы видим приложение хоть и на английском языке, но язык посмотрим изменить. Нет, английский язык только, но здесь все в принципе просто. Первое, Intruder Detection, это, собственно говоря, включить-выключить функцию эту. Следующий пункт, Number of Unlock Attempts. Здесь, в этом пункте, мы можем выбрать, через какое количество неправильных попыток будет сделано фото. То есть, бывают такие ситуации, когда и мы сами вводим неправильно пин-код. Можно установить 2, к примеру. Last Unlock Time. Это время, когда здесь будет показано время, когда был неправильно введен пин-код. Unlock Lock. Здесь будут все попытки ввода. А здесь фотолог, здесь будут фотографии, сохраненные фотографии тех людей, которые пытались получить доступ к приложению, к телефону. Такая функция полезна тогда, когда вы оставляете смартфон на зарядке в каком-нибудь месте, где вас нет. Либо в других каких-то случаях. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал.